Всем салют, всем привет! С вами Андрей Доцент, и это Star Wars The Old Republic, компания Джедая Советника. Мы продолжаем находиться на этой планете Белсавис, пытаясь найти древнее хранилище, древнюю тюрьму, в которой содержится армия Эшкха. Как-то так вроде они называются. Но для начала нам необходимо ее сначала раздобыть. И для начала нам необходимо уцелить хоть как-то. Потому что вы сами видите, враги тут повсюду, сбежавшие заключенные. Имперцы гуляют. В общем, приключений нам здесь хватает. А учитывая, что у нашей главной героини и уровень еще недостаточно высокий для данной планеты, то нам придется здесь весьма тяжко. Но радует хотя бы одно обстоятельство. То, что мы сможем получать увеличенное количество очков опыта. И с нами напарник Казенфес. Не будем забывать про это. Он оказывает нам невероятную помощь в наших приключениях. И вот сюжетная локация. Нам необходимо получить доступ к первой станции, контрольной станции. Ух, нифига себе. Чтобы собрать какой-то ключ, либо пароль и отключить систему охраны, где находятся воины Эшка, а конкретно того клана, по всей видимости, который, в кавычках, скажем так, миролюбив, который нам, собственно, и нужен. Но попасть туда не представляется пока возможным. Мы знаем вроде как, где это находится, но не сможем пройти из-за невероятно тяжелой, сильной и мощной охраны. И вот именно с целью избавиться от этой охраны мы сейчас собираем своего рода спецкод какой-то. Ну, давайте получим доступ к первой станции. Ну-ка. Угу. Что у нас там? Передача сигнал передан. Передача установлена. Контрольная станция, тревога, камеры, в общем, все в безопасности. Камеры теперь опустились в следующих локациях. Помните, охрана — это ответственность всех. Спасибо вам. Ну, это как бы нам терминал говорит. Я не знаю, что ты сделал, джедай, но никто не сможет взломать мои системы. Так... Я просто хочу найти Эшка без без помех. Вызов принят. Я здесь, если ты заблокируешь клетку, скажем так. Я сломаю какие-то воздушные фильтры, и все заболеют от спор. И никто не выживет. Споры не смогут убить меня. Вся эта твоя вещь не будет фатальна для джедая. Не тем путем. К сожалению, все заключенные в этом блоке не так же хороши. И они не следуют пути джедая. Я мог бы их освободить, но не знаю, что делать, скажем так. А может быть, мне их оставить? Освободи их сейчас же. Это между нами, Гелон. Пусть заключенные уйдут. Просто помни, только... Скажу так, худшие попадают на Белсавис. Ага, сейчас их выпустят. По всей видимости. Ой, блин, что-то все какие-то вы синюшные. Опа-на. Так, этот сваливает. Клетка открылась, все сваливают. Ну, правильно. Ой, ёб твою налево. А там кто? А, дроид-охранники. Дроиды сразу вырубили. Хорошая охранная дроид. Система у вас тут. Ей-богу. Давай, вали этого берсеркера. Вот нет, одно прикалывать. Вот они выбрались из тюрьмы. Допустим, клетка открылась, допустим. Но откуда у них взялось оружие? Вот это вот вопрос вообще. Сразу причем, да еще так хорошо вооружены. Да еще так в хорошей форме, я бы сказал. Обалденные у вас тут условия в тюрьме, надо признать. Чё ты прям какой-то, я не знаю, целый курорт, если честно. Все такие крепкие, с оружием причем. Вообще нормально. Это что вообще за тюрьма? Это дело надо вообще как-то исправить. Давай. Заключенных. Короче, чё их освобождали, если все равно надо их замочить? Ну, следовали пути джедая. Тут с этим, как говорится, не поспоришь. Опа-на! Откинули. Есть. И еще раз. Вот так вот. И сокрушение разума. Здорово. Допустим, теперь нам необходимо получить доступ ко второй станции контрольной. Блин, давай ты выезжай отсюда. Ко второй станции контрольной. И где она находится у нас? Ага, она у нас находится здесь. То есть, чтобы мне добраться, мне придется
обалденный круголян дать. Объехать, то есть, вот по дороге. И аж туда, блин, она как-то далековато добираться. Ну ладно, давайте это дело мы, собственно, отмотаем. Так, прибыли ко второй станции. Ну давайте зайдем. Ага, так много камер, джедай. Ты не сможешь спрятаться от меня. Я всегда слежу твое лицо и спущу курок, для тебя этим будет сюрпризом. Блин, турели еще эти. Давай поломай. А, конечно, какой смысл нафиг от моих отбросов, если эти турели прикованы ко всему этому делу. Глупая способность применил, ну да ладно. Давай, будем валить их всех. Уничтожить турели, кстати, бонусная заданица своего рода. Ну-ка. Давай, 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 давай. Опа-на! Все. Где еще? Мне нужны еще турели. А, вот они. Хорошо. Сейчас мы... Нет. Или да? Давайте с турелями разберемся. Давай, 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 давай. Так тебе. Ой, блин, как по мне. Сразу-то, а? Серия таких атак. Ну, вроде как живые пока. Слава богу, мы умеем восстанавливать здоровье, хоть это радует. Это очень большой плюс. Мы можем установить здоровье не только себе, но и всей команде. Давай. Вот так вот. Во. Лечение-то как у нас проходит, а? Здорово. Все. Теперь куда нам двигаться? Ну давайте сразу туда со всеми разберемся, я думаю. Че уж. Одних замочили. Давайте туда с остальными. А то вдруг мало ли что может случиться. Допустим, придется отступать куда-то или что-то еще делать. Кто знает, вариантов много бывает разных, поэтому нужно быть готовым ко всему. Нужно убедиться, что ничто нас, скажем так, не застанет врасплох. Давай, давай, давай. Так тебе. И раз. Еще раз. Давай, 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 давай. Вот так вот. Давай. Все. Здорово. Ну-ка, давай-ка лечение всем. Отлично. Хорошо. Вот это другое дело. Вот это я понимаю. И горим, и лечимся одновременно. Ух ты. Какой стоит. И с этим надо быть посерьезнее. Ну-ка, давай-ка. И раз. И два. Вот так вот. Все. Мочи его. Дроид жирненький попался. Ну зато мы, как, по крайней мере, с него какой-никакой да опыт сможем, наверное, собрать. Отдельно. Я, по крайней мере, на это надеюсь. О, 8500. Ничего себе, нормально. Кстати, у нас там что-то в инвентаре дохренище всего хлама скопилось. Нам нужно как-нибудь это дело все толкнуть. Ну-ка. Давай. Бомбардируем. Ой, бомбардируем. Привыкли это. У десантника способность такая была. Это одна из первых кампаний, где я такую способность увидел. Наносить урон по площади. И он там бомбардировку устраивал. Тут тоже работает схоже, только анимация другая, да и стиль немножечко. Но в целом то же самое. Добрались. Опа-на! Приветствую. Добро пожаловать в физиатрическую. Ты кто? Это тот голос, который с нами разговаривал? Постойте. Офицер республиканский, есть приказ дал о опасных заключенных. И есть какие-то делюзии относительно джедая. Ты попадаешь под описание этого заключенного. Я здесь, чтобы ты здесь осталась. Хм. Но я джедай. Что тебе не говорили, я член Ордена Джедая. Принимаю во внимание, это первый шаг к восстановлению. Пожалуйста, расслабьтесь и ожидайтесь, когда коммодор Гелланд разрушит ваши джедайские делюзии. Я могу доказать, я джедай. Я могу продемонстрировать свою силу. Это тебя убедит? Это нужно проявить терпение и избавить от фантазий. Так, показать ему силу, повредить дроида, поднять дроида. Давайте покажем силу. Эта техника показывает баланс, который возможен только в силе. Ну-ка. Ух ты.
Круто. Вот и все. Ну чё? Эмпирические данные — это ошибка. Я извиняюсь, мастер джедай. Системный анализ докладывает, что все сигналы чисты. Позвольте мне отослать вам следующий сигнал. О! Так, все, могу ли я вам помочь еще, мастер джедай? Насчет Эшка. У тебя есть какие-нибудь данные насчет них? Я извиняюсь, но нет никакого заключенного по имени Эшка в моей базе данных. Спасибо, пожалуйста, проверьте свои вещи, прежде чем покиньте физиатрическую комнату. Превосходная работа, джедай. Все сигналы отослали, и разблокированная комната, как бы, камера Халу Войса. Наблюдай насчет Геланда. Будь осторожен, наш враг тоже переходит в нападение. Это не должно беспокоить вас, но я в безопасности. Вам нужно пересечь глубины тюрьмы, чтобы найти Hollow Voice. Будьте осторожны. Многие заключенные поблизости. Если вы выживете, приходите по этой локации. Скажем так, нужно встретиться лично. Ладно, смотрите, как интересно у нас все прояснилось. Теперь у нас есть доступ к лидеру и его последователям Hollow Voice. Естественно, представители расы Эшка. Любопытно, что же это все-таки за раса? И еще более любопытнее, что за голос таинственный нам помогает? Вот это, конечно, вопрос. Представляется ли возможным? Представляется. Более чем представляется. Мы можем использовать телепорт и уже при помощи телепорта добраться до места назначения. Тем более при помощи телепортов это, я думаю, пройдет довольно-таки-то быстро. Ну, естественно, помахали кому-то мы там. Нам вот сюда. Будем использовать древнюю систему перемещения Рокота. Технологии, которые они изобрели касательно телепортации. К сожалению, не на всех планетах имеется такая возможность. К сожалению, что они не подходят к обычным типам передвижения. Я имею в виду такси. Нельзя использовать телепорт, чтобы добраться к месту, где расположено такси. Поэтому попадаем вот сюда. Оп, телепортировались. Здоровски. Ага, здесь я же не могу разъезжать, поэтому придется нам использовать ракетные ускорители. Так, выбрались. И что дальше? А, гляньте, как все рядом-то у нас оказывается. Обалдеть. Угу. Все. Ох ты, Эшка. Убийца. Ё-моё. Ну ладно. Какие-то серьезные ребята я вижу. Пам, тебе вот так вот. И еще раз. Давай. Хотя бы с одним разберемся. Так тебе. Блин, круто. Правда, что-то за них ничего не дают, ну и ладно. Думаю, так пойдет. Ну, знаете ли, по-моему, я этих Эшка уже где-то видел. Если честно. Надо, короче, их рожу рассмотреть поближе. Может быть, хотя бы как-то все это прояснится. Давай. Есть. Опа-на. Блин, нифига себе. Ну-ка. Блин, он спиной лежит. Ну-ка, стойте. Ну, знаете ли, какая-то, конечно, странная у них рожа. Опа-на. В кого стреляете? Войнышка. Там, смотрите, там в кого-то стреляют. Нам надо помочь, естественно. Опа-на. Так тебе. Слушайте, вот по очертаниям я как будто Рокота вижу. Только Рокота очень мелких размеров. Я бы сказал, совсем мелких. Может, это издалека мне так кажется? А может быть и нет. Слушайте, они мелкие! Я-то думал, эти Рокота здоровы, а он мелкий. Спасибо, щит не вынес столько бы многого. Рокота, живой? Я Алху. Я сделал мое лучшее, чтобы помочь тебе. И да, я Рокота. Так. Погоди-ка, разве вы не исчезли? Я думал, Рокота исчезла из-за чумы, которую сделали рабы.
Некоторые из нас спрятались здесь, как и повсюду. Был урон. Эшка истребили нашу расу. Хорошо. Тысячи очков охотников. Это невероятное преступление. Эшка, они представляли угрозу, но Hollow Voice и его последователей нет. Они заслуживают второго шанса. Слушайте, хоть Тирокота и говорили, что Тирокота как бы жестокие, но, как говорится, в любом стане найдется паршивая овца, да? А тут ситуация с точностью да наоборот. То есть Рокота, они по сути были поработители, а вот этот вот как-то хочет помочь, судя по тому, что он говорит. Интересно. Ну, для меня честь тогда помочь тебе, что я скажу. Это невероятная привилегия противостоять несправедливости. Эшка, которые атаковали меня, были посланы другими, командором Гланом. Спасибо этим Эшка. Теперь, благодаря им, Гелланд знает, что Hollow Voice здесь есть. Я приблизился к комнате... как его... камере Hollow Voice, но сначала его последователи, ваша будущая армия, должны быть спасены. Они или другие уничтожат. Мы не позволим им пасть. У них есть мой световой меч и вся наша сила, которая есть. И стазисная камера Hollow Voice и его последователи. Иди туда, спаси их и побыстрее. Будь осторожней. Ладно, последний Рокота. Не понял. Слушайте, а куда он делся? Глюки, что ли, я так полагаю, да? По всей видимости. Ничего себе. Бывает же. Ну ладно, допустим. Последние Рокота. Любопытно. Я-то думал, что они такие, знаете ли, ну как бы, высокие, наверное, там, метров по 3 ростом. А они-то они мелкие, оказывается. В прошлом поработители галактики. Ни хрена себе. Здоровски. Вот так новость. Это, кстати, по-моему, первый раз, по крайней мере, я не помню, с другой компанией, где мы вообще встречаемся с Рокота вживую. С Рокота. И это самое... Это поэтому крайне необычно. А то обычно у них какие-то голограммы, где они себя таких, знаете ли, вообще гигантскими себя версиями представляют. Но я и думал, что они такие серьезные, высокие ребята. А они нет, они оказываются вообще миниатюрные какие-то. Хрупкие. Вся их надежда была на технологии, по всей видимости. А тут появились расы, рабы восстали, в общем... Ну, в общем, вы сами все знаете, как тут вот складывается. Те, кто смотрит, наблюдает, знаком с историей «Звездных войн», играл в первую часть, да и вообще в целом, хотя бы немножечко знает, то имеет представление о Рокота. Кто они, да что они? Любопытно. Очень любопытно. Значит, нам нужно теперь освободить и спасти нашу армию, потому что нашу армию может перебить другая армия, тоже Эшка. Забавненько, однако, все получается. Очень забавненько. Однако, тут смотрите, как все у нас круто-то получается. Тирантотеки разгуливают, а Гаргантюан вообще-то. Но очень похож на Тирантотека, если со спины посмотреть. А эти твари очень опасные. Вот и куда мне теперь двигаться? Вот, не, скорее всего, наверх нам надо. Блин, это что за место вообще? Это что это вообще? Откуда это мы попали? Вы гляньте, тут лава откуда-то, нихера себе. Короче, надо отсюда уезжать. Я чувствую, нам здесь могут крепко надрать задницу, учитывая все факторы какие-то только есть. Поэтому нам нужно действовать как-то более-менее аккуратно. Слушайте, вот в этой игре «Звездных войн» реально разъезжать хотя бы, исследовать места, это одно сплошное удовольствие. Ой, а туда, оказывается, еще что-то и ведет. Туда и телепорт вел, да ядрёный вождь, ну что же за система-то такая, ребят, ну как так-то вообще, а? Ладно. А ведь могли бы, смотри, когда взять, телепортироваться и сразу бы на месте оказались, нифига себе. Круто, однако, ребята, круто нас навигационная система подставила. Ладненько, ну давайте зайдем, посмотрим, что мы здесь сможем найти. Где мы хотя бы спустились, а мы где-то тут спустились. Интересно. Ну что, давайте разберемся хотя бы с этими. Дроиды какие-то. Опа-на! И раз! Давай! Вали его! О! Нифига себе, еще 16 нам надо завалить, чтобы получить за доп-задание... очки. Нормально так.
Ну, давайте тогда валить, если уж на то пошло. Опа-на! Опа-на! Опаньки! Давай-давай, в ближку, если уж на то пошло. В ближку! Так тебе! О, вы гляньте, я поглощаю туда как? Как я поглощаю здоровский урон. Все-таки пассивочка моя действует весьма исправно. Очень хорошо. Осталось еще 4 такие группировки завалить. Но я так полагаю, нам нужно сначала к основному заданию приблизиться, чтобы разобраться непосредственно, что там. А потом уже, как говорится, разобраться со всем остальным. Ну-ка, давайте-ка пройдемте. Да хотя давайте, в принципе, завалим их. Что вас оставлять? На закуску, что ли? Давай, да вот так вот. Ёлки-палки! Так. Ой, блин. Так тебе. Все. Ах ты, зараза, смотрите, куда идет, а. Вот гнида. Иди от меня нахер. Во, слава богу, хотя бы на этого согрелся. Главное, ракеты так офигительно навелись. Смотрите, он ракеты вообще по области пускает. Ничего себе. Ничего себе. На тебе. Все, сдохнуть в конце концов. Во. Ну, давайте посмотрим, что же у нас спрятано за дверью. Ну, для начала, естественно, вылечимся. Конечно, вылечимся. Так. Во. Так-то лучше. Гораздо лучше. Ну, а теперь давайте посмотрим, что у нас внутри. Открыть первую камеру стазисную. Хранилище, разумеется. Опа-на. Вот эти наши в стазисе. И это вы хотите сказать, тысячелетия до сих пор эти системы вот так вот работают, а о них никто ни хрена не знал? Целая планета тюрьма, о них никто не знал? Ничего себе. Круто у вас, однакось. Ну давай, отключай. Эти ребята нам нужны, вроде как добрые ребята. Нам потребуется их помощь. Опа-на. Все. Ух, ну и рожа у вас. И палец торчит. Обалдеть. Жив снова. Это сладко, прям как танец. Ну кто ты? Странник, нифига себе. Ребята. Смотрите, а у кого-то такие рожи, у кого-то такие. Будь осторожен. Я патриарх, Hollow Voice. И я несу слово. У них диалект такой примитивный. Все хорошо, я джедай. Я мастер джедай. Я не представляю угрозы вам и вашим людям. Джедай? Странник, твое имя нельзя выговорить. Осторожнее. Новые данные. Командор Гелан. Стазисные камеры очищаются. Приготовьтесь. А, все, кто-то играет в молчаливый камень. Я чувствую ложь. Прикажи им убираться отсюда. Послушай меня. Твои ребята могут остаться здесь и могут сгореть до смерти. Твои слова тревожат, как шторм. И это правда. Хорошо, иди. Идите, ребят, сваливайте отсюда. Это вы типа хотите сказать, это наша армия? Группа. Группа, ё-моё, из скольки там? Из 8, там, 10 человек. Это армия? Hollow Voice, твои слова очищены. А это не Hollow Voice, это какой-то глаз. Он имеет право заговорить за Hollow Voice. Я шарпест глаз какой-то. Что за путь? Каким путем ты идешь? Я ищу Hollow Voice. Я пришел освободить сюда вашего лидера. Я не могу найти его. Если бы я могла найти его. Так, эти что-то такие стоят, думают. Джедаи, Империя, Республика. Только Hollow Voice может провести нас через этот океан. Но клетка его пуста, мои братья-воины полны. И мы так близки ко всему этому. Скажи по своему эхо, Hollow Voice. Есть какой-то сломанный шрам. Он поможет тебе. У меня другой путь. Эхо? Сломанный шрам? Я ценю твою помощь, но я не знаю, что это вообще все значит. Твой разум как пустыня, но нет времени. Другие ребята и отправятся в какую-то тьму. Я должен охотиться. Что-то вообще нихера непонятно. Что случилось?
Короче, походу нам надо выбираться отсюда. А, нет, не выбираться, нам нужно еще дальше. Короче, где-то здесь находится этот Hollow Voice. Ну, давайте посмотрим, где тут находится. Где-то здесь. Вторую камеру. Опаньки, спрятанный. Ой. Давай, 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 давай. Вали его. Опа-на. Не дать убить нашим этих воинов ИШК. Надо спасти всех. Разумеется. Опа-на. Так. Есть. Броня. Броня. Все, полная броня. Вот это другое дело. Опа-на. И еще раз. Вот так вот. Здорово поговорить. Теперь нам нужно... С древним клинком. А, со спрятанным клинком. Это у них такие эти имена. Чё-то мы так это самое. Успокойся, я эхо Hollow Voice и эхо сломанной звезды. Шрам, точнее. Я спрятанное лезвие. Наша тьма открыта. И мы увидели металл и ярость. Тут пусто. Странные вещи повсюду дышат. Но мы должны сражаться снова. Честь в камерах. Черная какая-то штука, поколение, да. Я знаю потерю очков, то что такое. Ты эхо Hollow Voice. Мы ожидаем твоего приказа. Освободи своих товарищей. Найди больше последователей Hollow Voice и вытащи их из стазиса. Мы вытащим их из кошмара, вернем их из ночи ко дню. Другие могут помочь тебе с камнем. Воины по имени какие-то там есть. Неси им слово, и больше эхо должно быть от этого. Ты имеешь в виду других офицеров, я так полагаю. Эти воины как бы тебе служат? Ну, как бы так. Это великие крепости какие-то, кто охраняют и всех взывают к нам. Мы последуем за твоими шагами к самому концу. Удачной охоты. Слушайте, вы с Кайзеном подружите. Ей-богу, вот эта компания. Вы реально, ребята, найдете друг друга. Определенно. Ладно, давайте-ка искать теперь следующих, кто у нас тут. Есть. Блин, я уже из щитов взбился, Кайзен Фест. Кайзен Фест, наверное, знаете ли, ребят, единственный, кто из всех на протяжении всех серий никогда со счета не сбивается. Он знает, что происходит. Давай ты ее навали их нахрен всех тут. Вот так вот. Это другое дело. Все. 8, 16, 9, какой, ну, знаете ли, у меня такое чувство, что вот эти вот письмена, которые высвечиваются, 9 из 16, или это своего рода пасхалка от Кайзена Фесса, да, он знает, где он находится, он знает, в какой всей этой игре происходит, вот оно видео, вот счета, это у нас тут история кошмарная, для него это фраги, он как бы на сервер как будто зашел, опа-на. Уничтожить камеры в количестве 8 единиц. Нифига себе. Ну ладно, давай, 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 ты ё-моё. А, стражников уничтожить, ё-моё, я помню, камеры уничтожить. Нифига себе, явились спасать армию, всех замочили нахрен её. Слушайте, ну что-то мне, знаете ли, верите, нет, но это что-то ни хрена не похоже на армию обещанную. Практически непобедимые. Больше походу, знаете ли, больше похоже на отряд неудержимых, знаете. Осталось только Сталлоне найти в камерах где-нибудь, там Лунгрен, Джет Ли, все дела, Стэнхэм и так далее. Вот так вот. Давай, валим всех. Отлично. Ой, блин, сейчас у меня здоровье исчезнет. Все. Опа-на. И еще раз. Есть. Так. Давай-ка, лечи всех. Лечи, 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 лечи. Во. Так-то лучше. Гораздо лучше. И осталось еще двоих найти. Где же эти двое? Кстати, вот это вот лечение общее очень хорошо работает. Угу. Вот вы где. Ладно. Кайзен. Кайзен молодец. Кайзен красава. Так тебе. Все. Всех заломать, всех убить. Никого не оставить. Ой, у меня сейчас еще новый уровень будет. Ничего себе. Вы гляньте, прям вообще.
Я не знаю, прямо осталось, можно так сказать, пукнуть опытом, чтобы новый уровень получить. Ну давайте-ка открываем стазисную камеру. Ну-ка. Ну, что у нас тут? Ох ты, это, по всей видимости, он, да? Смотрите, с пушкой такой здоровый вылез. Блин, ну и морда у вас. Я эхо Hollow Voice. Эхо Broken Scar, короче, все в порядке. Некоторые мертвы, мои братья мертвы, крича. Твои слова — это свет, я красный проходимец. Твое, ты эхо, заполняешь пустоту Hollow Voice. Его, скажем так, голос что-то имеет значение, и мы должны что-то сделать. Я могу защитить его. Я обещаю, Hollow Voice будет в безопасности со мной. Твои слова — это чистый звон. Это великая крепость какая-то. Ты должен теперь найти его. Он должен выжить и прийти. И тогда мы все будем в безопасности. Здесь, в этой темноте, место... Свет Hollow Voice в твоих руках. Ладно, я приведу его в безопасности к вам. Я сделаю так, как надо, и сохраню Hollow Voice. Тогда удачи и спаси его, как бы. Ну хорошо. Замечательно. И ушли. Джедай, я слышал, что и как говорили. Командор Гилан и его силы уже на позиции. Я не знаю, что происходит. Я не могу их остановить и задержать надолго. Иди побыстрее и останови остальных. Угу. Короче, нам нужно теперь возвращаться и... спасти камеру Hollow Voice. Вот так вот. Ну ладно, друзья. Думаю, тогда давайте здесь мы на этом закончим. И продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Я с вами прощаюсь. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться, если вы все еще не подписаны. И если вам понравилось данное прохождение, то можете поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. А также, если вас интересуют другие прохождения на моем канале, включая прохождение за другие классы в игре Star Wars The Old Republic, то в описании под видео есть ссылочки с плейлистами. Рекомендую к просмотру. И не забывайте заходить в группу ВК. Все ссылочки снизу в описании под видео. Все, друзья, всем пока!